again. Did she do this too? Я кручу кран, но ничего не выходит. Чёртова ванна. Да, Хизер, нехрен было крутить краны. Шаловливые твои ручки. Что это, черт возьми? Распятое тело, уши и чья-то довольная физиономия. Эта штука в кресле каталки, похожая на мумию, просто кукла. Или это оно? Что-то в этой вещи меня беспокоит. Почему, интересно? И почему в этом здании кресло каталка? Или кукла, если уж на то пошло? Да, похоже, какие-то не очень хорошие воспоминания навевает Хизер вот эта картина. И кто это у нас тут? Вот этот парень, который держит куклу, это Валтиэль. Его мы уже мельком могли видеть в одной из заставок, когда спускались на чертовом лифте. Валтиэль как бы держит над пропастью куклу, не давая ей упасть. Что это может символизировать? Что у нас с картой? Карта у нас преобразилась. Это все тоже офисное здание, только уже в альтернативной вариации. И здесь у нас, ребята, новые противники. Очень вредные противники. Да, и похоже, катаны против них особо не побрешь. Постоянно валят с ног. Замок сломан. Они, кстати, по-моему, любят мясо. Давайте попробуем. Да хватит меня уже валить. Закрыто. Эти твари похожи на людей, но в то же время головы у них как будто бы в противогазах. А еще их бошки мне напоминают головы муравьедов. Так, со здоровьем у нас херовато немного. Придется немножко потранжирить наши запасы. Я не знаю, что это за растение, но оно увядает. Бедняжка. Что у нас здесь? О, тут что-то есть. Найди святую. Убить ее. Это я. Кто мог сделать эту фотографию? От этого в дрожь бросает. Кто-то хочет убить меня? Ищу это вдруг. Хизер у нас святая. Психиатрическая клиника. Heather, that's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say. But how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag.
I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember? So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side, eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? Oh, it gets to me, all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you too. Чертов извращенец, нравится ему это место. Итак, ну что ж, ребят, теперь для тех, кто еще, в принципе, не догадался, что здесь вообще происходит, и кто такая на самом деле Хизер, теперь должно было стать ясным. Да, Хизер это есть никто иная, как дочь Гарри Мейсона, главного персонажа из первой части игры. Как вы помните, Гарри спасся из альтернативного мира Алессы, а Алесса ему перед смертью передала дитя. И с тех времен прошло уже 17 лет, и вот это дитя подросло. И, похоже, нас опять преследуют культисты для своих религиозных целей. Так. Как бы это место быстренько пробежать. Охренеть, тут еще и собаки. От меня, твари. Ох. А лифт-то у нас работает. 6 этажей. Ну давайте начнем с первого. Так, а мы, судя по всему, были на втором. Что за страшные ахи-вздохи? А это что за чудо-юдо? Опять эти дерганные движения. Здесь лежит книга, похожа на сказку. Однажды у ворот деревни поселился монстр. Это был очень страшный и очень плохой монстр. Он хватал людей и разгрызал их своими большими зубами. Жители деревни боялись монстра, и никто не смел приближаться к воротам. Все оказались заперты внутри деревни. Когда об этом услышал король, он призвал своих рыцарей. Рыцари выехали полные решимости победить монстра. Ха, получай! Они полосовали его мечами и забрасывали копьями, но монстр не умирал. Монстр бросал рыцарей в свою пасть одного за другим, вместе с конями. Что мог сделать король? Он был взволнован, раздражен, ходил из угла в угол, но не мог придумать выхода. В скором времени деревенская жрица пришла к замку. Она была очень доброй и хорошей женщиной.
Король попросил ее победить монстра, охранявшего ворот. Книга разорвана, остальной части нет. Я помню, что читала это очень давно. Я думаю, я у кого-то брала книгу. Хотя я не помню, как все закончилось. Гр, разве я не дочитала историю до конца? Этот монстр из той книги? Если да, и если я не буду внимательна, он проглотит меня в момент. Хотя я не могу точно сказать, где у него рот. Да, что-то точно, где у него рот, а где у него голова. Вообще какая-то непонятная, страшная субстанция. Что у нас здесь? Заперто. Нужен ключ. Какие-то странные символы над дверьми. В виде белых крестов. Это он так храпит? Этот механизм сломан, тут повсюду монеты. Мне нет больше пользы от кассы. Что раньше было? Деньги забирай. Похоже, здесь кто-то устроил погром. Так, если я буду осторожен, интересно, не проснется. Тут сигаретные бычки по всему столу. Гадость, больше ничего и не скажешь. Это бычки, таблетки и... По какой-то причине в холодильнике лежит только печень. Надеюсь, она не сгнила. Вроде как поросячья. Так, кстати, до этого я еще что-то брал. Какую-то бутылку. Кислородная мазь используется для дезинфекции порезов и всего такого. Она пенится, когда намазываешь ее. Поросячья печень. Это было в холодильнике, в кафе. Нужно сделать с ней что-то, пока не испортилось. Да вроде как вакуумная упаковка не должна быстро сгнить. О, да здесь еще и шприцы, полный набор. Пустые бутылки, бычки, шприцы. И раковая опухоль. Как символ того, что будет, если вы будете вести нездоровый образ жизни. Ха, кажется, он меня преследовал. О, черт. Хорошо, что я этого не видел. Здесь у нас замок, все сломано. Похоже, на этом этаже у нас все. Ладно, поехали дальше. Так. На втором мы были. Остается у нас еще... Третий, четвертый, пятый и шестой этажи. Так, третий. Третий не работает. Четвертый. И тишина. Здесь упала доска объявлений. На ней не написано ничего полезного. Какой-то странного вида этаж, обитый досками. Ох ты, ё-моё, тут ещё ямы кругом. Главное не упасть. Заперто. И здесь тоже. Похоже, нам пока сюда еще рано. Так, давайте, может, поставим вместо катаны что-нибудь другое. Например, пистолет. И поедем на пятый. Так, что у нас тут с пятым этажом?
Я нажимаю кнопку, но ничего не происходит. Так, нам и одного лифта достаточно. Здесь тоже провал. Кругом одни провалы. Так, туалеты у нас, как всегда, неактивны. О, нет. Да и отстань ты от меня. На. Да плохая собака. Отстань. Закрыто. О-о, вот это я попал. Так. Поверни камеру. О, они жрут мясо, ну наконец-то. Так, теперь нужно разобраться с картой. Тут до хренища дверей. Так, первая справа, там еще за поворотом, еще три двери. Приятного аппетита. Я тут немножко у вас побегаю, вы не против? Пули. Сколько у нас вообще патронов? 100 патронов. В принципе, можно попробовать и пострелять, если дадут, конечно. Я взяла спичный коробок. Кто-то здесь, похоже, недавно курил. Хватит с меня сигарет, я бросила навсегда. Ух ты, Хизер, ты еще и курила. Так, у нас осталось еще здесь рядом две двери, и дальше еще раз, два, три, еще три двери. Правой стороне. Черт. Это что такое? Похоже, наших муравьедов забрали за решеткой. Это настоящий зоопарк. Нет. Ух ты, сколько вас здесь. Теперь точно нужно жрать что-нибудь. Лучше, наверное, даже сразу аптечку. Так, еще немножко мяска. Фух, мясо. Что это? Здесь на пути большое стекло. Какая-то инвалидная коляска, кстати, стоит на другой стороне. Похоже, собаке не понравилось мое мясо. И она решила откусить от меня кусочек. Так, куда мы попали вообще? Так, здесь у нас опять очередной обрыв. А, так мы же здесь были. Только в нормальном мире. Здесь раньше была картинная выставка. Да, галерея. Только теперь картины куда-то пропали. Картина, которая тут висела, исчезла. Осталась только подпись. Зато... та картина, которой не было, висит на месте. Под картиной подпись «Пламя очищает все». По этим следам человек может найти дорогу в рай. Я видела эту картину раньше. Нет, погодите, я никогда ее не видела. Но я действительно откуда-то знаю ее. Что изображено на этой картине? Девушка в белой одежде. Ее как будто бы сжигают на костре. Вокруг нее стоят какие-то люди. А на заднем плане как будто за девушкой образ. Чей-то образ, возможно, образ божества.
Так, ну что ж, придется сжечь эту картину, причем очень интересным способом. У нас есть кислородная мазь, которую нужно совместить с печенкой и со спичками. Как бы это все глупо не выглядело, но это сработает. Ну что ж, нет у нас больше картины. Потайной ход. И опять это тело. Похоже, в это тело еще и параллельно воткнули какие-то ножницы. А вместо лица веселая улыбка. Обгоревшие тела. Что это может быть? Продолжение той сказки, которую я читала? Жрица приняла просьбу короля и направилась к воротам деревни. Но когда она увидела монстра, она попыталась убедить его словами, а не убивать. «Эй ты, заткнись, я собираюсь тебя съесть!» Монстр не услышал ни слова, что говорила жрица. Она продолжала пытаться убедить монстра сдаться. «Пойми, есть людей, плохо!» Монстр очень разозлился из-за этих слов, набросился на нее и убил одним мощным ударом. Интересно. Похоже, жрица не помогла. Куда это мы попали вообще? Ха, таким образом мы, кстати, попали на четвертый этаж. Кушай, киса. Как они хорошо реагируют на мясо, не то что... Черт, а как? Хрена они особо не реагируют, ну ладно. Черт, кусочек. Сколько ж вас тут тварей? Все закрыто. Очень пусто. Кровать. Патроны и аптечка. Ах ты сволочь, под кроватью спрятался. Засранец. Хизер, это все ты накаркала. В прошлый раз говорила, что под кроватью никого нет, никого нет. Вот тебе, пожалуйста. Справа две двери. Так, тут одной двери уже нет. Хорошо. Неужели хоть здесь спокойно? Я уж, по-моему, все мясо истратил. А, нет, еще 7 кусков. Придется еще немножко потратить. Любитель свежего мяса. Все? Ты доволен? Я сейчас лезу тебе. Замок открыт? А, блин, точно. Я же здесь был уже на этом четвертом этаже. Да, двери эти были заперты с другой стороны. Так, ну ладно. Зря я не зашел, уже не слышал. А, блин. Сколько же их здесь, а? Это что за цех? По производству денег. Я взяла серебряную монету. Лампа освещает какие-то старые серебряные монеты, которые, я уверена, я раньше видела. Я уже взяла одну, так что я не должна брать больше.
Я хочу сказать, я не вор, хотя временами я могу действовать как вор. Хм, Хизер, ты точно не вор? Так. Что за монета? Серебряная монета размером примерно с четвертак. У меня чувство, что она действительно старая. Чувство у нее. Конечно, это не значит, что деньги не пригодятся. Можно сказать, было бы неплохо бы взять. Но я думаю, я все равно пойду мимо. Забудь об этом. Что там опять? Опять инвалидное кресло, обтянутое какой-то колючей проволокой. Тут на стене что-то написано. Так чья-то жизнь становится богатой. Что было мешком серебра, стало теперь номером в книге. Хотя судьба не имеет цены. Ах, но знают ли люди об этом? Что? Обычный старый торговый автомат. Этот для продажи напитков в банках. Если подумать, мне не хочется пить. Хотя мне кажется странным пить что-то, купленное в подобном месте. Нет, мы все-таки купим. Ключ от страховой конторы. Конторы. Так. Ну. Окей. Так. Теперь нужно быстро бежать до двери. Блин, бронежилет надо снять. Он меня утяжеляет. Хотя и помогает выжить. Что это за звуки только что были? Так, нам нужно на первый этаж, насколько помню. Так, мы еще не были на шестом. А, но он все равно не работает. Так, у нас, по-моему, только на первом этаже осталась закрытая дверь как раз при помощи ключа. Как ты естественно-то дышишь. Блин, и здесь вы опять. Так, и куда мне бежать? Направо, налево. Закрыто. Тоже закрыто. Неправильно. Какие-то куча наклеенных. Что за чавканье? Тут лежит какая-то газета. Похоже, кто-то кушает. Не буду отвлекать, выключим свет. Не хочу выключать свет, что это все происходит. Кого-то явно кушал. Ну, будем дальше кушать. О, какая красивая комната. Похоже, это комната Декстера. Он тоже любил всё клеёнкой обклеивать. Конец той сказки. Король и его люди лили слезы из-за смерти доброй жрицы. Господь пожалел их и исполнил их желание, исцелил жрицу. Жрица открыла свои глаза, точно так же, как она делала это каждое утро своей жизни. Она снова пошла в логово монстра. «Глупая, ты хочешь снова умереть?» «Нет, на этот раз твоя очередь». Жрица собралась победить монстра раз и навсегда. Поскольку жрица была очень-очень доброй, ей было грустно делать это, но это было необходимо. «Мечи и копья не помогут, стрелы и пули будут просто отскакивать. Ты не можешь убить меня», – смеялся монстр. Но жрица не пользовалась ни мечом, ни копьем, она лишь пропела одно заклинание – «Туфуи эго эрис». Знаете, что потом случилось? Монстр издал жуткий вопль и затем умер и исчез. Так жители деревни смогли снова выходить через ворота. Все они безмерно выражали благодарность жрице, и потом все они жили счастливо.
Too fooey, ego Ares. Weird writing. What was that? Похоже, что сработало. На самом деле, с латыни, по-моему, эти слова переводятся как «Я был тобой, ты станешь мной». Даже, похоже, здесь все исчезли. Тут путь завален кучей мусора. Неужели монстр исчез? И правда. Заклинание подействовало. Я думаю, я уже насмотрелась на это жуткое здание. Я иду домой. Мой дом действительно совсем рядом. Хизер, возможно, это не здание такое жуткое. А проблема совсем в другом. Это вывеска кафе. О, это то самое, где я была. Это похоже меню. Так, давайте я сниму этот чертов бронежилет, он мне уже надоел. Так, дом, милый дом. Бежим к папочке. Гостиница Дейзи Вилла. Очень странно, что мы живем в гостинице. Так, нам нужен номер. Дейзи Вилла 102, надпись на мерке. Так, 102. Это не моя квартира. Как не твоя квартира? 102 же написано. На самом деле это косяк разработчиков. Какого-то хрена в этом здании аж две квартиры с номером 102. Либо это какой-то скрытый смысл. Так, 104. Так. 103. Так, здесь у нас лифт. Сейф. Что это здесь делает? Оно меня действительно бесит. Это будто кто-то наплевал тебе в душу. Когда я смотрю на это, у меня болит голова. Что это значит? Так, блин, ты уже надоело это повторять постоянно. В душу ее наплевали. Но это мой дом. Зачем мне уходить отсюда? Почтовый ящик пуст. По идее, здесь должна была быть пасхалка, но почему-то... Странно. Ну ладно, если она не появится, то я скажу ей смысл этой пасхалки. Так, а вот и наша хата. Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Oh!